Агойте, чауте, добрый вечер, Братислава! Знаете, одного дня мне просто прескочило, а я сам подумал, что хотим жить на Словенску. Пришел сам очень давно, еще тогда Фицо был премьером. Дуфам, что теперь маете некого лучшего, эй? No a ja som prišiel z tej susednej krajiny chudobnej. Nie, hovorím po maďarsky. Z tej, kde veľa pracujúca a môžu vás ojebať. Nehovorím po polsky. Z tej, kde teraz je vojna. Palestína? Čo máš z geografie? Nie. Prišiel som z Ukrajiny. A chcel som v prvom rade poďakovať vám všetkým, že pomáhate, podporujete Ukrajinu finančne. Už čo chvíľu každý Ukrajinec bude jazdiť na drahom luxusnom aute. Ďakujem. Там украинцы тешатся. Мы перед войной, в подстате, розправляли и по-русски, и по-украински. Нечто подобное маете и вы. Вы розправляете по-словенски, но маете чешский дабинг, чешские песнички, чешские титулки, гей. Но на раздел от русов, чешский турист придет добровольно и свободно до татер зомирать, гей. Ты чех? Смутна правда. Але иначе, Словенско и Чешско были сполу. Един сильный штат. Ако волался? Справнее, Советский Звез. Втеди грозные часы были. Люди не мали выбор. По статье, мусил си стале працовать. А кейси не хотел працовать, ищел си до баси, где и так тянутили працовать, эй? Розные часы. Я памятам с тех часов, что мы в бите мали великие, огромные безопасные двери. Я говорю маме, что мама, было что краднуть на у нас в бите? Она же, нет. Шак шетки пенязы минули на безопасные двери. Мы их прето они не затворали. Аби нагодово еще показались. Пенязы уж на управу не мали. Эй, а злые часы, потому что моего выхода заобрались люди, что мали час, а то не были мои родичи. То был дедо, его камрад сусед, а улица. А каждый нечему научил ма. Например, дедо научил ма пить. Сусед ма научил, как пить, а не брздить. Ну, а улица научила на то-то все зарабатывать пенязы, эй. А как мы зарабатывали с дедом, мы играли шахи о пенязы. А без мы выигрывали, он меня научил тайные сигналы. Когда, например, он чухал нос, то значит, что нужно было ходить конем. Эй? Иначе, одного дня, когда дедо мал натхун, мы проебали все деньги. Было. Но он уж трошку преганял с теми шахами. Одного дня нахитал меня, как мастурбуем. Я сам начал рихло то сховывать, а он же правило шах. Хитил си, докончи си. Потом одного дня оебал моих родичей на пенязе, а утекал до Польска. Так же шахами дался заробить. Потом уж мою вихову заобрались мои родичи. А они меня единому научили то, же то они меня вшеткому научили. А я, ако слушный сын, мусим о том памятать. А ако забудним, кеть они мне каждый день то припоминаю, эй? Памятаешь, как мы купили тебе, драги, те топанки? Ано, але они были малые топанки. Мои пырсти там нормально цитились, ако 5 нелегальных мигрантов, але в Порше. В куфри, гей? Же орок, они такие же, прибо, я не вим дихать, они не мам чо есть. Аспунь плеса не мама. Або, например, одного дня мама меня забудла забрать за школки. Забрал меня ухилак, а то был наилепший день. Попкорн, кокотврити. Срандуем. Попкорн не был. Не, ако забрала ма, а я сам страшно был нагневанный, насратый на нее, говорим же, ты си ма забудла, меня могли украднуть, на чего она повода же, але, страх ма великие очи, кто би тебя хцел?
ау, то болело. Або була ситуація, що ми приходили по вулиці, вони були з камератами, а я, як мало дітя, зашпинив біле трічко. А мама мені сказала, що я сам шпинава свиня. Я сам сказав, що окей, коли ти си моя мама, так ти си веча свиня, як я. Ей, втеді сам не розмішав, що говорим, а достав фацки. Зараз достав пеняза, що робимо стендап, ей. Але мої родичі старої віри, так що вони б'ють діти іба дома, ей. Тобі брат повідав, але він не прижив. Також вечеря, кухня, отець ма питався риторичну отазку, що що сам мами повідав, а я ані не встиг відповідати, а коли мені гніть одну наїбав так, що я сам нормально головою бухався у стол. Але мусите розуміти, люди, втеді не були лацні і київські столи, ні-ні-ні. Втеді був масивний советський кус дерева, же роботниці, які його виробали, так і же, при Бога, то є збрань, то є чиста збрань, то нікому може ублізить. Ну, маєш правду. Дай ще кого упречку около того. Аби нагодов ніякий отець хотів би розібати своєму сину главу. Але я сам вдячний своєму отцові, факт вдячний, тому що, віте, як він пресні виротав ту силу, якби він удрив слабше, я би сам тому ані не придав важність. Якби він удрив сильніше, так би мені до кінця живота текла уж сліна з уст, дей. Але він пресні удрив так, що мені нормально прискочило, що я, ха, хочу жити на Словенську. Так що живемо ж тут довшу добу, а ако висвітлилася війна, так ми від початку з родичами гніть на телефонаті болі, а й 20 тисяч крат денне волали, а одного дня сум змешкав говор, а заволав потім нескор, мама була нагнівана, насрата, що ти си забудов на нас, у нас тут війна в Україні, нас могли забити, я же, але мама, страх ма великі очі. Ей. Але я сам слушний син, так мені говорять родичі, а понукав своїм родичам, що передайте біт, а я вам купив менший біт, а будете бувати ту со мною на Словенську. А вони же, ні. Я говорю, що ви поречо, не доверуєте мені? А, ну. Я говорю, ведь ви стіма виховували, як то є можна? А, ну, але курва, я ще тебе і дідо виховував. Дякую вам, пекнімо, Братислава.